полузащитник Павловской академии спорта. Я сегодня журналистка, комментирую матч с командой Кабардинского университета. А какая была установка, что получилось, что не получилось? Ну, как у нас, так и у них. Последняя игра, результат не самый положительный. Они набрали 1 очко, мы 2. Соответственно, это был для нас небольшой финал. Получилось забить, пропустили в начале. Там немножко по ветру киксанул, но это не страшно, отыгрались. Второй тайм тоже нервно, ветер. В итоге забиваем со стандарта. Как итог мы выиграли, но не забиты пенальти с точки, которую там, я не знаю, из пальца высосали или из другого места они высасывают эти моменты. Но все закончилось положительно для нас. Так что в целом хорошее впечатление об игре оставил. Так же, как и команда. Соперников хорошие ребята, с ними знакомы давно. На футбольном поле встречаемся уже не первый раз. Но в целом результат, конечно, по турниру не положительный, но удовлетворительный.